Всем привет зрителям канала. Я нахожусь в городе. Сегодня у нас 26 число, 26 декабря 2021 года. И вот завтра утром мы днем сделаем экскурсию по Улан-Удэ. И я вам покажу. Вот он я. И вот Улан-Удэ. Пойдем сейчас в еврозону. Идем в кино. Так, вот она, друзья, еврозона. Знаменитая лондонская развлекательный торговый центр. Еврозон называется. Так, вот трамвайчики такие лондонские ходят здесь. Елочки стоят уже. Фейерверки продают. Котопес, детский стрит-фуд. Здание унитаз в народе зовут. О, местные барбосики бегают, и мои это. Вот, друзья, мы зашли в еврозону, кинотеатр. Сейчас мы идем в кино. Человек-паук. Выхода нет, да, называется фильм? Как называется фильм? Человек-паук. Выхода. А, нет пути домой, да? Ну, понял. Так, третий, четвертый, пятый где-то там, да? В конце. Народу мало. Воскресенье, народу мало. Всем не до кино. Кино пятый зал. Вот, ребята, сидим в кинотеатре, кушаем попкорн, ждем сеанса. Человек-паук. Как? Нет пути домой. Нет пути домой. Да. Какая здесь обстановочка. По телеку клипы идут. Все, ребята, мы в кинотеатре сидим. Через 5 минут кино начнется. Покажи интервью. А? Главное, мы вам скажем интервью после фильма. Вот, друзья, продолжаем мы делать экскурсию по Улан-Удэ. Вчера вечером мы ходили в кино. Еврозону. Вот сейчас мы будем проезжать мимо элеватора. Раньше здесь был такой вещевой рынок, а сейчас здесь просто типа вот такой вкрытый рынок такой какой-то. Вот такие вот красивые здания здесь такие вот. И сейчас мы доедем до площади, погуляем по площади. И потом уже поедем. Сегодня утром у нас 32 градуса на улице. Сегодня 27 декабря 2021 года. Вот. Скоро Новый год. Год тигра настает. Провожаем год быка. И наступает год тигра. Сейчас будем заезжать на площадь.
такие вот трамвайчики новые с перемешку со старыми ездят. Ну, как обычно, пробки. Едем в пробках. Машин много нынче у нас. Наверное, тоже применят, когда четные ездить, когда нечетные. Как в Монголии, в Китае. В Монголии уже тоже так сделали. Четные, нечетные машины, нечетные, нечетные машины ездят. Потому что машин очень много. Пробки, огромные пробки. Знаменитые элеваторские развязки. Проезжаем под железной дорогой. Да, на улице холодно, стекна запотели. Да, друзья, подъезжаем к площади. Площадь Советов, где стоит или лежит знаменитая голова Ленина, большая которая. Так, вот она, ребята, знаменитая площадь Советов города Улан-Удэ. Заезжаем сюда. Ребята, это голова Ленина. Так, ну сейчас мы где-нибудь машину поставим и пройдем поближе. Там рядовый городок поснимаем. Вот, друзья, время 11 утра. 27 декабря 2021 года. Мы находимся на площади Советов города Улан-Удэ. Вот. Проведем вам небольшую экскурсию. Вот такая елка здесь стоит. Ледовый городочек такой небольшой. Год тигра. Ледяной тигр. Вот. Вот, ну-ка пойдем потуда. Вот. Ледовый городок. Эх, надо было сюда вечерком приехать поснимать-то. Вот, с тобой вчера. Ах, елочка красивая какая. Как настоящая. Сделана так красиво. Посмотреть поближе, как она сделана. Из веток. Собрана из веток. То ли. Это дерево такое интересно. А нет, это такое. Так сделана она, ребята. Эх, красотища-то какая. Ладно, идем дальше. Зайдем на катки, прокатимся, да? Вот она, ребята, знаменитая голова Ленина. Улан-Удэнская. На ногах, как в детстве. Давай, поехал. Давай, езжай. Ну ты чё? На ногах, не бойся, у тебя же большие эти. Так, с Новым годом. 2022. Шене Желер. Так. Такие бутики небольшие, сувенирчики там. Не знаю, работают, нет, или пойду. Посмотрим. Театр оперы и балета. По-моему, называется. С новым 2022.
Рождеством Шины ЖВР. Да. Вот такие кони здесь любимые стоят. Интересно. Квадратные. Квадратные лошадки. Вот они, ребята. Только то, что вечером сюда мы приехали вчера. Здесь, наверное, все красиво, зацепилось бы так. Сегодня уже не сможем мы сюда приехать вечером. Мы едем. Вот такой, ребята, наверное, лабиринт. Скорее всего, зайдем и попробуем выйти отсюда. С этого лабиринта. Так, 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 так. Все, и вышли мы с лабиринта. Ну, простейший такой лабиринт. Такие ларечки работают. Чай, кофе. Попкорн. О, это что делают? Рыбу ловят. Дедушка, да? Ледяные коняшки и ледяные сани. Что, тебя снять? Вот она, друзья, голова. Головище здоровое. Голова длинная. Видимо, хотели большущий такой поставить. Да, интересно, большой бы такой огромный поставили, вообще бы его прикольно. Вот, все тело там. Сценка здесь, наверное, будет выступать на Новый год. Снегурочки ледяные стоят. Ох, елочка красивая, конечно. Да, в этом году зима в Улан-Удэ, конечно, морозная. У нас в Закаменске намного теплее. Здесь 30, стабильно держится. У нас-то 20, 18. Картофель фри, картофель айдахо, наггетсы. Говядина, боксы, рваная свинина, ребра свинины, бургеры, рваная свинина, ролл, бургеры, свинины. Ты же ел бутерброд, что? Ну, а пап... Ёлки такие красивые, голубые ели. Так, ну ладно, друзья, съездим еще в одно место. Быстренько проснем и поедем дальше в Иркутск. Как бы сделали такую небольшую экскурсию по городу Улан-Удэ. Так, друзья, прокатимся до автовокзала. Снимем автовокзал еще. Ох, что на улице морозно-то. 30 градусов, руки сразу замерзают. Так, вот здесь такие вот кафешечки Токио. Чайхана, чайхана. Вот такие здесь, друзья, небоскребы понастроили.
Улан-Удэ. Раньше здесь не было таких домов. Вот этот деревянный дом, я сколько помню, всю жизнь здесь стоял. Не сносит же его пока. Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Так, друзья, заедем еще в одно местечко. Такие здесь дома высоченные построили. Вон, да, там построили переходы, такие гаражили подземные. Такие небоскребы. Небоскребчики. Небольшая экскурсия по городу Улан-Удэ. Зимняя. Ну, еще летняя потом. Летом снимем. Рынок. Вот, друзья, кто-то мне звонит сейчас. Так, друзья, здесь такой торгово-развлекательный комплекс Пионер, рыночек такой небольшой какой-то. Так, ну, все кафешек, спортмаркет. Ну и сейчас, наверное, заедем мы до автовокзала. Покажу вам автовокзал. Фейерверки, хлопушки. Тоже елочка здесь, каток. Красивый весь заледенел от речки. И не покрылся. Летнее уличное кафе. Чанчунь. Китайское кафе Чанчунь. Так, ребята, народный рынок. Ну и здесь вот сейчас будем проезжать. Автовокзал. Ёлочки. Вот он, друзья, автовокзал сбоку. Так, друзья, мы вышли из машины. Быстренько снимем автовокзал. Вот он, друзья, автовокзал. Кто не видел давно, лондонский автовокзал. Вот такой он сейчас. Ну, здесь раньше, помню, монгольский рынок вот в этом месте был. Но сейчас его туда вот перенесли, как бы это все, народный рынок называется. Ну, такие вот вещички здесь продают. Винты разные. Не обувь. Ну. О, золотишко продают. Бижутерию. Кафешка, шаурма. А внутрь не будем заходить. Не разрешат, наверное, обснимать. И вот, друзья, автовокзал. Автовокзал. Кто не был давно на автовокзале, вот смотрите, как он выглядит сейчас.
Вот там стоят закаменские маршрутки. Наверняка. Зайдем в автовокзал. Вот в этом месте стоят закаменские маршрутки. Вот, набираются. Вот. Кто поедет, кто давно здесь не был. На третьей знаете. Платформе продолжается посадка на рейс маршрута 306. Так, зайдем в автовокзал. Улан-Удэ, Петропавловск. Тут зал ожидания. Зал ожидания. Ну, тоже что-то здесь какой-то рыночек небольшой. Небольшой рынок. А, зал ожидания, видимо, убрали. Сейчас здесь рынок такой. Все для кондитерской продукции. Все, ребята, посмотрели автовокзал. Вот сейчас он такой у нас. И поедем дальше. А, наверху зал ожидания, оказывается, сейчас находится. Вот он, ребята, зал ожидания. Все, уходим. Ребята, вышли на улицу. Ну и идем на выход. Ученик наш. Выезжаем с автовокзала и едем. Едем мы. Из Улан-Удэ уезжаем. Так, друзья, заскочим на центральный рынок города Улан-Удэ. Покажу я вам рынок. И поедем дальше. Так, церковь. Забыл, как она называется. Кто знает, напишите в комментарии. Так, друзья, поворачиваем на центральный рынок. Гостиница «Урожай», по-моему, называется. Забыл я, как она здесь называется. Многие заканчиваются в ней, останавливаются. А, золотой колос. Гостиница «Урожай». Вот, ребята, идем на центральный рынок. Гостиница «Золотой колос». Летом здесь людно. Сейчас пандемии, народу не так много. Разные сувенирчики.
центральный рынок. Вчера, помнишь? Мясной рынок. Пирожки зайди. Пройдемся по рынку. Фрукты. Картошка. Все, друзья, вышли мы из центрального рынка и поедем дальше. Ребята, выезжаем из города Улан-Удэ. Центральный рынок. Все, едем на выезд. Так, ребята, выезжаем. Торгово-экономический техникум, колледж искусств имени Чайковского. Петра Ильича Чайковского. Вот еврозона у нас виднеется. Вот это вот интересное такое здание там. Что-то напоминающее такое. Так, ребята, выезжаем из Улан-Удэ. Ребята, еще раз проезжаем площадь Советов. Едем уже сейчас в Иркутск. Вот вкратце еще раз вам показываю площадь Советов. Вот у кого ностальгии по Улан-Удэ, смотрите. Лондонские небоскребы.
кто знает, напишите в комментариях, как эта улица называется. Давно здесь не был, забыл уже. Так, проезжаем мост через Селенгу. Раньше был вон тот мост. Сейчас вот этот большой, но он давно уже, этот большой мост. Селенга замерзла. Зимний Улан-Удэ. Парит. Проехали Николаевский рынок, левый берег. Сейчас будем поворачивать на Бурвод. Заварили там трещинку, и вот она опять, видимо, отстала и потрещит маленько слегонца. Ну, как бы по асфальту не так сильно, а когда дорога неровная, она трещит, и когда стоишь, тоже трещит. Сейчас в Сотниково заедем на разборку. Надо посмотреть, какую запчасть для машины. И сразу дальше. Вот, ребята, заехали на разборку. Спросил я эту запчасть, но здесь такой нету. Придется в Иркутске искать. Больше по дороге не будет разборок. В Иркутске найдем. Там есть, я знаю. Так, друзья, сейчас повернем на Сотниково. Так. Все, вернули на Сотниково, едем. Все в дыму, все в смоке зимой. Топят углем, дровами, чем только не топят. Да, особенно здесь, в Сотниково. Частный сектор. Так, друзья, едем по Сотниково, проезжаем торговый супермаркет Титан. Так, проезжаем Сотниково. Уже на горе даже начали строить, уже выше в гору полезли дома строить. С правой стороны школа Сотниковская. Виадук такой.
Итак, друзья, выезжаем мы из Сотникова. Ну и на этом снимать Улан-Удэ заканчиваем. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы видеть следующее видео. Следующее видео снимем в Иркутске. Ну, в центре города, наверное. Все, отключаемся. Пока, до встречи. После весового контроля проезжаем.